Здравствуйте, с вами опять же Карина Латышева и с канала Карина Латышева. Ну, короче, Карина с канала Карина Латышева. А, в этом видео я решила вам рассказать дать ссылочку, где я рисую. Я рисую на сайте. На сайте, сейчас я скажу, какой это сайт. Я этот сайт знаю, поэтому... Сейчас я вам его скажу. Значит, этот сайт называется www.nevart.ru. Gale, ну, это уже отдельно, то есть gale18.htme. Поэтому, ну, это если вы рисуете, то есть если вы на главной страничке, вот я открываю главную страничку, да, я не знаю, где это главное, поэтому у меня есть только, ну, то есть сайт называется, короче, www.nevart.ru. Поэтому переходите на этот сайт, на него я дам ссылочку, можете просто написать, в поисковике рисовать онлайн обзор рисовалок, и оно у вас будет в первой строчке в Яндексе и в Гугле. Но я обычно в Яндексе искала, поэтому я всегда туда захожу, и он у меня сохранился. Да, там очень много разных рисовалок. Я рисую в самый распространенный, но рисунки я покажу только в другом видео, потому что у меня просто сейчас нет времени... Сейчас выкладывать это. Посмотрите, у меня есть косичка. Это нет, это я не лохматая, просто я не могу их. Я хотела их на ночь заплести, потом их вот так распутать. Но я сейчас расчесывалась. Вот, у меня сейчас косичка, а так я расчесывалась. Угу. Блин, у меня вот, на такие вот пока волосы. Вот. Итак, следующее, что я хочу вам рассказать, это то, что болтовня выйдет в воскресенье, в субботу может выйти, потому что у меня произойдет очень много новых новостей, но вообще она будет где-то во вторник. Так как я хочу сказать, что именно на той недельке она будет, так как у меня произойдет много вещей, потому что у меня будет новый телефон. У меня будет, ну, мы пойдем кошку к ветеринару. В принципе, я сейчас ничего рассказывать об этом не буду. Но думаю, вам потом понравится послушать. И, да, это мои витаминки. Я их обожаю жарить. Да, тут написано, что это, ну, это Супродин Китс, да. Если кто не знает, но я бы хотела оранжевую Супродин Китс, который дают вот такой офигенный, вот у него коробочка, и сейчас я вам его расскажу. Значит, вот смотрите, Супродин Китс, да, как вы видите, юниор, значит, для детей. Поливитамины, минералы и холин. И тут 30 жевательных таблеток для детей с 5 лет. У меня 11 лет, 15-й год. Вот, значит, тут написано, что принимать... Ой, это где-то тут, да, это тут. Вот рекомендация. А если с 5 до 11 лет, по одной жевательной таблетке в день. А детям старше 11 лет, по 2. Если мне 3 съела, ну, как у меня уже скоро 12 будет, я вот так вот сделаю. Ну, такая вот прикольненькая. Я положу эти витаминки туда. Они мне очень нравятся. Их обожаю. Если не буду брать лекарства в этот. Но это мне специальные витамины, чтобы у меня ничего не болело, в принципе. Ну, я хочу приколить, конечно. Но все желание. Очень люблю эти витамины. Они там так. Вот инструкция. Сейчас я
я вам как раз таки расскажу, что я скачала Doodle Jump. У меня папа уже 500 раз пишется. Достал меня уже своей кошкой. Я уже вспоминать начинаю свою коху. То она у меня, ну, ту, которая умерла, помните? Не бей больше котяк с рук. Блин, да я вот вообще не знала, он на меня ругается, что я, видите ли, что чё-то берёшь, а я не знала, что они заболели, мы брали котёнку Алиса, помните Алиса, она у меня убежала. Брали Алису. Алиса, она у нас убежала, но она у нас прожила 2 года. И с ней всё было нормально, я её тоже брала на рынке. Но я же не знала. В конце концов, я вообще-то не знала, я еще маленькая же, что не орать. Но мама это успокаивала. Мы будем брать мою инфекцию уже все выветрили. Сейчас будем брать у моей бабушки, у нее там уже здоровые все котята, поэтому я больше никогда на рынке брать их не буду. Вот, там здоровые котятки, она уже беременна, кошка у нее, она уже много раз рожала. Беременная, вот, выбирает там для нас котенка, скоро будет. Ну, вот, короче, так, где-то. Сейчас я... Так. Есть тут гармоничная рисовалка, то есть вот эта гармоничная рисовалка, она сохраняется все автоматически, даже если вы ничего не делали, там, у вас оно все сохранилось. Мне очень нравится эта рисовалка. То есть, в принципе, вы это все увидите, всю вопросик. Сегодня я буду Катьке, но Кате я не буду играть в Sims, потому что у Кати Sims не работает. Это жестянка. Ну, так как я ничего пока не пойму, да. Ну ладно, короче, переходите по ссылке, где можно порисовать. И смотрите мои рисунки в следующем видео. Всем пока. Ставьте свои замечательные пальцы вверх. И подписывайтесь на мой канал. И вот здесь вот кнопочку подписаться есть. Пока-пока.